Привлечение иностранных инвестиций, выход предприятий на китайский рынок, обмен передовым опытом, реализация совместных проектов и проведение форумов, семинаров и конференций. Новый этап в сотрудничестве Днепропетровской обладминистрации с Китайской торговой ассоциацией начали с подписания меморандума о сотрудничестве, который позволит реализовать инвестиционные проекты в регионе. Председатель облгосадминистрации встретился с представителями Китайской торговой ассоциации ведущих китайских предприятий. Обсудили перспективы будущего сотрудничества в планах инвестиций в индустриальные парки, сельское хозяйство и другие отрасли. Китайским компаниям представили несколько инвестиционных проектов. Среди них Павлоградский индустриальный парк, завод по переработке твердых бытовых отходов, рыбное предприятие с внедрением энергоэффективных и энергосберегающих технологий.